рассмотрим такой вид эндшпиля, как пешечное окончание. Нередко на доске возникает пешечный эндшпиль, в котором у одной из сторон оказывается на одну пешку больше. В этой позиции у черных одна пешка, у белых две. Лишняя пешка — это наименьшее материальное преимущество, которое может быть достигнуто в шахматной партии. Вам необходимо усвоить, как ведется игра при самом минимальном материале — король с пешкой против короля. Есть несколько правил, которые могут вам пригодиться при реализации пешечного эндшпиля. Рассмотрим правило квадрата. Его применяют в тех случаях, когда пешка пытается пройти в ферзи без помощи короля. В положении на этой диаграмме пешка стремится к заветному полю А8. Черный король пытается ее перехватить. Правило квадрата позволит сразу, без долгого анализа, дать ответ на вопрос, кто возьмет верх в этой гонке. Правило квадрата гласит, если король слабейшей стороны находится в квадрате пешки или при своем ходе вступает в этот квадрат, то пешка задерживается. Квадрат строится мысленно по направлению к королю слабейшей стороны следующим образом. За его сторону принимается путь пешки до поля превращения, причем пешка и поле превращения находятся в углах квадрата. Вот одна сторона квадрата, соответственно, это вторая. Таким образом, на этой диаграмме у пешки А4 будет квадрат А4, А8, Е8, Е4, 5 полей от А4 до А8 и 5 полей от А4 вправо. Пешка передвинулась на поле А5, и ее квадрат стал меньше. А5, А8, D8, D5 и так далее. Мысленно представить такой квадрат — дело несложное, но и его можно упростить. Достаточно вообразить лишь одну линию — диагональ квадрата. Итак, зная правила квадрата, можно сразу сказать, что в положении на этой диаграмме при ходе черных их король, вступая в квадрат, успевает задержать и уничтожить неприятельскую пешку. Если же ход белых, то пешка убегает. Квадрат становится недосягаемым для черного короля, и пешка становится ферзем. Проверьте на доске сами оба эти утверждения. Оперируя правилом квадрата, не следует упускать из виду, что пешка, находящаяся в начальном положении, имеет право на двойной прыжок. Квадрат для такой пешки строится с учетом этой особенности. В этой позиции ход за белыми. Если пешка сделает двойной прыжок, то она станет недосягаема для черного короля, так как он не сможет вступить в ее квадрат. Правило квадрата необходимо хорошо усвоить, так как оно имеет большое практическое значение. Часто возникают ситуации, в которых проходные пешки нуждаются в помощи своего короля. Основной метод оказания помощи проходной пешке — это оттеснение королем короля противника от вертикали, по которой пешка движется в ферзи, и главным образом от поля превращения. В позиции на этой диаграмме король черных находится в квадрате пешки, и поэтому ей самостоятельно не добраться до поля превращения. Но существенно помочь пешке может свой король. Рассмотрим этот пример. Белый король делает ход на b5, как бы заслоняя свою пешку от черного короля. Черный король движется в сторону поля превращения пешки на ближайшее доступное поле. Двигаться кратчайшим путем по диагонали он не может. Путь ему перекрыл король противника. Белые делают ход королем на поле b6. Обратите внимание,
Белые не выдвигают пешку в направлении к полю А8, а сначала организуют ей защиту своего короля. Черные идут на поле D7. Дальше выдвигается белая пешка на поле А6, а черный король приближается к ней ходом на C8. Пешка ступила на поле А7, и король противника, зная, что он не успеет ее перехватить, отступает. Следующим ходом пешка ступила на поле А8, превратилась в ферзя, и у белых оказывается решающее преимущество, которое в комментарии к этому ходу обозначается знаком плюс-минус. На этой диаграмме черный король также находится в квадрате пешки. Давайте рассмотрим, как будут действовать белые в этой ситуации. Ход белых. Король идет на поле H4. Цель короля черных — отрезать путь белой пешки к полю превращения. Единственный ход в этом направлении — на поле E5. Белый король встает на поле G5, оставляя черному ход в направлении его цели на поле E6. Белый король движется параллельно сопернику на поле G6. Черный продолжает движение на E7. Пешка начинает путь к полю превращения G8 и встает на поле G5. Черный король делает ход на поле F8, пытаясь приблизиться к полю превращения. Однако король белых занимает позицию на поле H7, и теперь, как бы ни ходил черный король, следующим ходом белая пешка встает на поле, подконтрольное своему королю, и под его защитой двигается к полю G8, где превратится в ферзя. Если же король слабейшей стороны успевает занять угол перед ладейной, крайней пешкой, то партия должна закончиться ничьей, ибо никакими усилиями без дополнительных средств выманить его оттуда не удается. Давайте убедимся в этом на примере. Король черных занял угловое поле А8. Ход белых. Пешка делает ход на поле А6. Черный король ходит на поле А7 и встает перед пешкой белых. Белый король встает за ней, и противник возвращается в угол. Белый король делает ход на поле B6 и обеспечивает своей пешке прикрытие. У короля черных единственный ход на B8. Пешка с поля A7 объявляет королю шах. Он встает на поле A8 и делает невозможным ее ход на поле превращения. У короля белых есть только один ход, которым он защищает свою пешку на поле А6. Его противнику пойти некуда. Пад. В рассмотренной позиции возможно и другое развитие событий. Король белых встает напротив противника, который делает ход на единственное доступное поле B8. Белый король снова встает напротив него, и черный возвращается в угол. Белый идет на поле C7. Черный встает напротив него. Белый король идет на поле C6. Черный приближается к пешке и угрожает ей. Белый не может защитить свою пешку, и положение на доске уравнивается. Если же черный король вместо хода на А6 вернулся бы в свой угол на поле А8, то белый король все равно никак не смог бы его выманить оттуда. И их противостояние таким образом все равно окончилось бы ничьей.